центре гостиной музея городского быта находится шахматный столик. Можно сказать, что сотрудники музея спасли его от гибели. Он был выброшен на свалку. После реставрации шахматный столик занял постоянное место в музейной коллекции. Его столешница – настоящее произведение искусства. Она украшена в технике инкрустации марки 3. То есть при помощи небольших деревянных пластин темной и светлой древесины. На ней создана художественная композиция. Шахматный столик хитро устроен, удивительно продумана каждая его деталь. В столешнице есть два небольших ящика для хранения черных и белых фигур. Сама столешница складная. Если в гостиной устраивались танцы или домашние спектакли, столик можно было сложить и вынести в другое помещение. Как один из видов досуга, в XIX веке шахматы имели распространение среди просвещенных жителей Симбирска. Сильнейшим среди них был Николай Ильин. А Петр Ильин в 1875 году издал в Симбирске первую в городе шахматную книгу. Они организовали товарищеский матч по переписке между шахматными кружками городов Казани и Симбирска. В результате симбиряне победили.